Друзья, всем привет! Сегодня сделал вот такой вот асик для зарабатывания криптовалюты ВКонтакте. Вот в связи с предстоящим обновлением предполагаю, что могут немножко усложнить майнинг и сделать возможность прокачивать кнопку, да. То есть пока у нас в основном идет на автомате, а кнопка дает очень мало, да, то есть ее вообще уже не резонно использовать, даже в самом начале там проще репост сделать, да, как бы там то, что рассказать о этой игре. И, соответственно, уже получить сразу там до 10 тысяч коинов. Вот. В общем, сделал вот такую вот штуку, да, вдохновившись там изобретением одного товарища, который там сделал на Arduino. Но я сделал из говна и палок, как бы как умею. Вот. Ну, в общем, ее повторить может любой желающий. Тут нужна шуруповерт или дрель, можно моторчик какой-то. Вот, пластилин. Ось, единственное, у меня ось кривая. Вот. Она немножко бьет, поэтому ее сложно как бы настроить. Вот. Соответственно, ну, вроде работает. То есть какое-то время можно майнить в мануальном режиме. То есть, в принципе, вот всякие вот эти Android-эмуляторы и запуск на компьютере уже вот с такой штукой это уже не нужно. Вот. Эта штука решает все проблемы. То есть, если усложнят вдруг систему, вот, то там уже будут проверки всяческие. Кстати, час остался до обновления. Вот, поэтому я уже во всеоружии и готов. Вот, в общем, здесь батарейка, но она нужна, да, здесь тоководы всякие, да. Ось стальная. Можете у бабушки спицу взять, как бы, да. Вот, здесь фольга. Вот, фольга непосредственно на этом валу. Все из пластилина. Вот, и всякого дерьма остального. Вот. Ось единственное, вот не повезло, мне кривоватая получилась. Давайте посмотрим, как это работает. Чудо. Вот оно работает, но бьет немножко. Если обратить внимание, сейчас фокусируется, когда можно заметить, что кнопка нажимается. Можно увеличить частоту и быстрее майнить. В общем, вот такой вот девайс. Как тебе такой Илон Маск? Потрясающе, я доволен своим изобретением. Единственное, тут как бы я немножко не додумал, ну, что-то, ну, тут как бы некоторые вещи, да, недодуманные. То есть телефоны тоже желательно. У меня вот такой кусок пластилина есть. Это я у сына, как бы он много лепит. Там кто-то, может, видел танки его на канале. А, вот, значит, и, соответственно, я слепил все это, как бы то, что вам уже не нужно. Вот, я уже слепил и просто. Телефоны, видите, ездят они куда-то, ездят, вот это все ездит, вот, и мешает майнингу. Шуруповерт тоже, кстати, ездит, из-за того, что он работает как отвертка, получается, здесь кривоватая вот эта ось, вот. То есть это первый, как бы, образец, да, опытный, вот, так скажем. Все сделано на пластилине. И, ну, мне кажется, маловато пластилина просто. Вот, так все нормально. Вот, просто надо облепить пластилином телефоны, да, чтобы они не ездили никуда. Блин, разблокировать тяжело. Вот, и шуруповерт поплотнее вот так вот его пластилинчиком. Вот здесь тоже, соответственно, все сделать пластилином. Здесь, кстати, можно неограниченное количество повесить на вот эту ось. Вот, то есть ось можно сделать длинной, желательно ее, конечно, сделать на подшипнике. Ну, потому что здесь у меня как бы нет подшипника, ничего нет. Здесь просто тоже все вот это вот вторая как бы опора, да, на пластилине. Вот. Давай майни. Красота. Все. Теперь больше делать нечего в приложении. Крутяк. Не пойму, сейчас вроде не нажимается. Ну тут бывают, да, вот сейчас нажалось, видите, сгорелся экран. С этим как-то лучше получилось. Тут еще нужно, важно, чтобы вот эта вот контактная штука была нормальная. Опять же, она у меня сделана из пластилина. Вот. И здесь, кстати, четче срабатывает. Ну, кстати, можно посмотреть, как счетчик бежит. Последний знак.
увеличивается. Видите, идет. Не раз в секунду. Раз в секунду прибавляет ускоритель. А вот то, что часто бежит, попробуем побыстрее. Не, ну нормально вообще. Правда, не знаю, сколько выдержит экран мой. Вот здесь защитное стекло, правда, треснуто. Вот здесь вот не знаю, здесь что-то манит. Тут, по-моему, не манит, да, судя по всему. Вот, все, вот такое вот изобретение. Всем пока, спасибо за внимание.